Здравствуйте. Ну вот, подошел, в принципе, тот день, когда мы закончили этот дом. Точнее, мы его заканчиваем сегодня, ну, в течение дня. То есть, ну, в принципе, я его могу сдать, весь продемонстрировать и тому подобное. Делали мы его, грубо говоря, 7 месяцев и 10 дней. Вот. Ну, начнем показывать, рассказывать, объяснять. Смотрите, видео будет долгим. Ну, начнем с горы мусора. Так, ну это наша первая гора мусора. То есть, ну, грубо говоря, здесь пол КамАЗа ее будет. Это, то есть, все демонтаж, монтаж. Вот он, этот домик. Идем дальше. Вот она, еще одна гора мусора, вот она продвигается. В общем, грубо говоря, с двух этажей, где-то с 250 квадратных метров, демонтаж, монтаж. Вот у нас получился КамАЗ мусор. Начнем с прихожей. В этой комнате мы сделали теплые полы, залили стяжку, постелили, утеплили эту стену, вот эту стену, вот эту стену, вот эту стену. Гипсокартоном, утепляли мы пенополистиролом, пятеркой, наклеили вот такой вот камушек, зиккурат, бизингийская стена, собрали вот такой потолочек. Отдали в ту сторону, вот так, немножко дальше. Посмотрите, там вот интересная люстра, вот я ее сейчас включу. Вот такая вот люстра. Здесь подсветка. Вот такая подсветка. Теплый свет. Так, идем дальше. Обратите внимание, мы здесь сделали такой проходной выключатель. То есть, вот здесь мы его включаем. Как видите, у нас лучше загорелся. Прошли. Здесь мы его выключили. Этот потолок я назвал Infinity, так как он похож на восьмерку. Здесь также сделали вот такую нишу. Я ее назвал Лагуна. Как видите, с внутренней подсветкой. То есть, когда будут здесь занавеси, свет будет спускаться по занавесям, будет очень красиво. Наклеили обои, отштукатурили все стены. Нанесли вот такую декоративку на стены. Наброск. Наносили это все компрессором, пульверизатором. Постелили плитку. Залили стяжку. Сделали также теплый пол. Сделали такой потолочек кругленький, с внутренней подсветкой также. Собрали также нишу под занавеску. Отштукатурили все стены, нанесли вот такую декоративку. Как видите, вот такой рисунок интересный. Постелили плитку, фартук. Вот здесь уже стоит мебель, кстати, обратите на кухню внимание. Очень интересная кухня, удобная, крепкая. Также сделали теплые полы. Идем дальше. Ну, вообще началось у нас все с этой комнаты. Все с этого потолочка. Вот такой вот интересный потолок. Назвал его око. Он похож на глаз. Как видите, с подсветочкой. Собрали вот такой камин.
точнее, не собрали. Камин он был, мы его облагородили. Камень — это травентин, название у него. То есть такие вот маленькие камушки. Вот, как видите, я его собрал, полностью все приклеил. Клеил все на термостойкий клей, на жаростойкий, термостойкий. Нанесли также декоративку на стены. Вот такую. Постелили мы ламинат и отгородили камин вот такой вот, таким вот камушком. Обратите внимание на плинтус, на порог. То есть этот порог, его можно гнуть в любом направлении, как вам удобно. То есть греете его феном и гнете, как вам удобно. Под ним здесь идет замок, то есть он заходит в замок. Греете, придавливаете, и он потом образуется, как бы остается на своем месте. Идем дальше. Это у нас пошла вторая комната, зал. То есть собрали мы вот такой потолок. Сатурн. Сейчас я включу. Такая вот подсветочка. Плавно переливается разными цветами. Вот такая вот полочка. Это ли туда, в ту сторону? Под телевизор. Также она с подсветкой. Здесь стоят стекла. То есть здесь будут стоять вот такие вот собачки. Интересные. Целая коллекция. Так, наклеили обои, утеплили две уличных стены, то есть также пенополистиролом, также гипсокартоном мы зашили, все это аж поклевали, наклеили обои. Углы мы откоробили таким вот образом. Декоративной штукатуркой также наклеили пилястры, отгородили декоративной штукатуркой, также обои. Полы мы здесь тоже утепляли. Утепляли также пенополистиролом. Наклеили пенополистирол на клей для пенополистирола. Потом сверху мы наклеили гипсовую плиту. Также наклеили пенополистирола. Постелили сверху ламинат. Так, идем дальше. Лестницу здесь сделали другие ребята, ремонтировали. Идем на второй этаж, смотрите, как бы. Также мы все отгородили, эти две части, молдингом гипсовым. Здесь внизу у нас декоративная штукатурка, ее можно мыть, тереть, пачкать, чего угодно, она отмоется. Все остальное мы сделали обоями. Собрали вот такой потолок. Я его назвал Space. Сейчас я возьму пульт. Вот так он светится. Такая вот декоративная полочка. Здесь также будут стоять всякие разные статуэточки. Также подсветка под занавеску. Занавес будет спускаться, свет будет спускаться. Вот это детская. Вот такой вот мы сделали потолочек здесь. Улитку. Наклеили обои, собрали вот такую вот нишу под занавеску, тоже в форме улитки. Также постелили ламинат.
Сейчас мы заканчиваем плинтуса, заканчиваем, ставим пороги. Здесь я уже поставил пороги. Сейчас здесь ставим плинтуса. Вот на втором этаже надо поставить. И, в принципе, мы сегодня, 14 февраля, мы отсюда уезжаем. Thank you.
Спасибо, кто меня смотрел. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Следующее у нас идет магазины. Я думаю, там будет много интересного видео. Если кому-то что-то интересно, допустим, чтобы я что-то заснял, пишите, обращайтесь. Попытаюсь сделать. Спасибо, до новых встреч.